Приветствую всех любителей хорошего кино и коллекционных изданий на физических носителях. Сегодня у нас такой краткий обзор, посвященный фильму «Форма воды». Ну, именно так. В русском прокате назван фильм «Shape of Water». Это достаточно необычный, такой красивый фильм режиссера Гильермо Дель Торо. Вот. Я бы ее назвал, этот фильм, фантастической драмой. Вот. Очень такой необычный фильм. Вот. Два коллекционных издания со стилбуками могу продемонстрировать, по крайней мере, как они выглядят. Единственное, что они запечатаны, сразу скажу. Вот. Ну, кроме них еще сейчас кое-что покажу. Ну, такое необычное издание было от Mantelab, гонконгская фирма, выпускающая очень интересные эксклюзивные издания. Здесь стилбук эксклюзивный, то есть он только вот у этой фирмы, да, свой вышел. Ну, хотя арт оно напоминает общемировой, скажем так, дизайн. В общем-то, артов очень немного использовано при производстве вот этих вот изданий коллекционных, очень ограниченное количество. Ну, вот так выглядит коллекционное издание от Vid Collection. Их второй номер, второе издание всего. Именно так выглядит. Ну, это вот такой маленький, узенький Full Sleep с общемировым стилбуком. Вот. А вот уже вот это вот издание от Mantelab, такое немножко необычное, это уже внутри эксклюзивный стилбук. Здесь еще и буклет внутри тоже уместился. Это эксклюзивный стилбук и буклет. У Mantelab было два издания. Одно в зеленых тонах с лентикуляром, тоже довольно симпатичное. Но как-то исторически сложилось. Немножечко больше люблю вот такие фулл-слипы. Такое необычное издание. Вот. Ну, это что касается стилбуков, которые выходили за рубежом. Тут такие вот издания у меня есть. Нельзя, естественно, упустить еще тот момент, что, слава богу, что вот это издание выпускалось у нас в России с русским языком. Вот выходило вот такое издание. Ну, вроде как простенькое, но в картонном слипе. Вот так оно выглядит. Вот так сзади выглядит. Выпускалась компания ND Play. Вот. Выпускалась от фирмы 20 век Fox, да, мы видим. Тогда еще Fox выпускали с русским языком издание. Сейчас они уже, к сожалению, перестали русские дорожки класть на свои издания. Тогда еще они были. Вот так выглядит это издание. В принципе, арт повторяется, да. Тот же арт, что и на слипе. И диск такой вот совсем простенький, без каких-то изысков. Вот такое издание выходило с русским языком. То есть тот, кому нравятся фильмы Гильермо Дель Торо, да, обычно довольно-таки такие красивые фильмы. Естественно, советую с этим фильмом хотя бы один раз ознакомиться. Вот. Наверняка не всем он понравится, фильм неоднозначный, на мой взгляд. Но фильм красивый. События происходят несколько десятков лет назад. Уже определенная такая, атмосфера на любителя, да. То есть, может быть, не всем это понравится. Но в то же время я бы все-таки советовал посмотреть хоть раз этот фильм. Вот. На этом такой маленький обзор все-таки будем заканчивать. Вот. Минимум информации, который хотел дать, я все рассказал. Смотрите другие видео. Еще что-то интересное постараюсь рассказывать в других видео. Всем пока!